Губная паста для слона. Да-да, и как рванет сейчас! Смотри, Тима что-то снова придумал. Да-да, он что-то химичит. Пойдем посмотрим. Да ну, как бабахнет сейчас. Интересно же, вдруг он сделает что-нибудь такое. Здравствуй, Дима. Здравствуйте, Симка. Здравствуй, Нолик. А что ты тут делаешь? Я занимаюсь химией. А можно нам посмотреть? Как что-нибудь взорвется? Ну что же, совсем не всегда в химии происходят такие бурные химические реакции. Ну, если это не опасно, то можно посмотреть. Ну что ж, ладно, ребята. Если вы хотите увидеть по-настоящему красивую химическую реакцию, я кое-что вам покажу. Ура! Ура! Да, эта сложная химическая реакция для вас, ребят, будет называться зубная паста для слона. Ух ты, столько тут всего интересного. О, похоже, это сахар. Дай-ка я попробую его на вкус. Ребята, если вы занимаетесь химией, и уж тем более делаете опыты, то ни в коем случае нельзя пробовать ничего на вкус. Вам понятно, Симка? Понятно, Нолик? Понятно. И мне понятно. Ну что ж, становитесь здесь, чуть-чуть подальше и внимательно смотрите. Ой, как интересно! Ребята, а если и вам тоже интересно, то ставьте скорее лайк. Итак, друзья, у нас здесь несколько сосудов с разными веществами. Ой-ой-ой, а зачем это ты надеваешь резиновые перчатки? Ребята, если вы занимаетесь химией, то обязательно необходимо соблюдать технику безопасности и защищать кожу от, возможно, едких веществ. И вот теперь, когда мои руки защищены, можно перейти к самому опыту. Тыдыщ! Баночку с перекисью водорода мы наполовину заполним теплой водой. Да-да, и как рванет сейчас! Нет, Ноль, ну что ты, я предупрежу вас. А зачем это ты трясешь баночкой с водой и перекисью? Дело в том, что весь порошок должен окончательно раствориться в воде. И у меня это получилось. Теперь возьмем другую баночку. И для того, чтобы наша зубная паста для слона хорошо пенилась, добавим жидкой мыльной основы. Ой, фу, мыло! А если оно попадет в глаза? Конечно, для того, чтобы это не произошло, Нолик, я надел защитные очки. И вы, ребята, тоже будьте очень осторожны. А теперь для того, чтобы наша зубная паста для слона была ароматнее, мы добавим натуральный ароматизатор. Я думаю, не больше 3 капель. Ну, и натуральный краситель для цвета. Да-да, больше синего, Дима! Пусть зубная паста для слона будет такого же цвета, как я! Итак, после того, как мы размешали мыльную основу, натуральный краситель и ароматизатор, нам необходимо объединить содержимое двух этих емкостей. Ребята, постарайтесь смешивать жидкости аккуратно, чтобы не заляпать все вокруг. Ну вот, я-то думала, что будет настоящий опыт. А ты, Дима, просто покрасил белую воду в синий цвет. Да, какой-то неинтересный опыт. Ребята, а как вы думаете, будет ли у нас с вами интересная химическая реакция? Если да, то ставьте лайк. Ну что ж, настало время для самого интересного. И вот этот маленький-маленький пузырек, на котором написано «калий йодистый», отправляется тоже в бутылку с мыльной смесью, перекисью водорода, красителем и ароматизатором. Вы готовы? Ребята, а вы готовы? Да-да, мы уже давно ждем! Дима, давай скорее! О-о-о! О, только почему?
почему-то паста получилась не синей, а зеленой. Ребята, если вам понравились наши опыты, вы можете всегда сделать их самостоятельно. Зубная паста для слона очень просто делается самостоятельно. Главное, соблюдайте технику безопасности. Тыдыщ! Ого, как вкусно пахнет! Можно я уже наконец-то попробую? А подожди же ты, Нолик, совсем забыл. Нолик, но Дима же уже говорил, что при проведении химических опытов пробовать ничего нельзя. Вы, ребята, запомнили? Тыдыщ! Понравилось? Расскажи об этом видео своим друзьям. Нажми поделиться. А те, кто ставят лайки и пишут добрые комментарии, поднимают настроение не только себе, но и другим. Кстати, ты уже подписан на наш канал? Подписчики сразу узнают обо всех новых мультфильмах. Присоединяйся к ним скорее!